«Площадь звезд» Наталья Лагода. Скажите, пожалуйста, Наташа, сколько времени должно пройти, чтобы вот звезда вашего имени была заложена на «Площади звезд»? Еще с самого начала, как только мы начали запись новой песни, первой песни «Маленький Будда», у меня уже была такая мечта, что где-нибудь, когда-нибудь после эфира клипа «Маленький Будда» появится моя звезда на «Площади звезд». И поэтому, вы знаете, каждый день, когда я просыпаюсь вот именно с этой мыслью, что когда-нибудь, может, после какой-нибудь песни новой записанной, очередной, будет... Вы, кстати, считаете, что заложение звезды — это есть вершина творчества? Да, это конечно. Я думаю, на этот вопрос вот ответит мой директор. Ну, моя задача как продюсера, естественно, сделать этот путь как можно короче. Но сложно сказать, сколько времени. Если получится через месяц, то хорошо. Но получится через 2-3 года — тоже хорошо. Но моя задача — сейчас работаем. Пытаемся найти как раз то направление, которое удивит всех в Наташином творчестве. И моя задача как продюсера — этот путь ускорить, конечно. Я приду к тебе в начале ночи, зажгу во тьме большие свечи. Ночь для тебя. Ночь для тебя. Подарю тебе все звезды неба, увлеку туда, где раньше не был. Все для тебя. Все для тебя. Все для тебя. Все для тебя. Это все для тебя. Все для тебя. Для тебя. Для тебя любовь, капризы ночи, для тебя все тайны нашей встречи. Все для тебя. Все для тебя. Ветер страсти откроет двери, все возможно, я в это верю. Все для тебя. Все для тебя. Одна из главных задач нашего фестиваля.